Бог говорит Гагарину: «Юра, теперь ты в курсе? Нет никакого разложения с гнилостным вкусом. Нету. Внутри человека угасания никакого. А только мороженое на площади, на руках у папы. Запах травы до горячей железной подковы. Березовые сережки, еловые лапы. Только вот это мы носим в себе, Юра. Смотри, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул на небо от Калининграда и до Амура исключительно ради радости, Юра. Ты же всегда понимал, как все это просто. Мы с тобой, Юра, почему-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких тайн. Прям как вернешься, так всем сразу и говори, что не смерть, а яблони в цвет у человека в дыхании. Что человек – это дух небесный, а не дух шакалий. Так им и рассказывай, Юра. А про меня не надо. И еще, когда будешь падать, не бойся падать. Раскоро, шанкее, о, все мало.